Привет всем! Сегодня моему каналу Dinas Life 2 года. Расскажу, как все начиналось. 11 декабря 2020 года я решила, что хочу стать фудблогером. Готовлю я неплохо, думаю, создам свой канал на YouTube. Канал назвала Диди Мил. Диди мне в фильме что-то понравилось, я Дина, думаю, Диди. Будет Диди Мил, Диди Еда, если дословно переводить. И вот, начала стараться, готовить, придумывать что-то, искать рецепты. Короче, вкладываться по полной. Но у меня ничего не получалось. Ну, наверное, как многие блогеры сталкиваются с этим в начале своего пути. И год я старалась, и бесполезно. Думаю, попробую еще раз, создам я второй канал. Назову «Жизнь Дины», «Dinas Life». И буду выкладывать не только рецепты, но и свою жизнь. Про своих животных, про свой участок, показывать свои покупки, рассказывать, где что купила, по какой цене, может быть, кому-то это и пригодится. Так был создан мой канал Dinas Life 19 июня 2022 года. Сегодня у меня праздник. 2 года каналу Dinas Life. Эти 2 года пролетели незаметно. Я много готовила, много снимала. Я узнала много новых людей. На самом деле это очень интересно, заниматься этим делом. Люди живут в разных уголках мира. И мы все равно общаемся, пишем друг другу комментарии, поддерживаем друг друга. Спасибо вам, друзья, что разделяете со мной праздники и будни. Что вы были со мной, когда мне было очень плохо, и умерла моя любимая Бетти, моя собачка, такса. Были в моей радости, когда я завела еще 2 маленьких таксят, озорных девчонок, Бекки и Диди. Как же мне приятно всех вас благодарить, потому что каждый из вас заслуживает самого глубокого уважения и признательности. За то, что приходите в гости на мою страницу и остаетесь в друзьях. За то, что у вас есть чему поучиться и за то, что могу сама вам дать. Нас уже 4432 подписчика. Я очень рада. Это вроде бы и немного, но для меня это и не мало. Спасибо вам огромное, друзья. Оставайтесь со мной. Кто еще не со мной, приходите, подписывайтесь. Я всех вас очень жду и всем вам очень рада на моем канале. Я каждый день выкладываю по 3-5 видео в шортс про своих животных, как мы ездим с мужем на участок, делаем теплицы, обустраиваем свой участок, мы в том году купили, и пытаемся из него сделать конфетку. Пока еще, конечно, далеко до конфетки, но мы будем стараться и показывать вам, как мы это делаем. А вы приходите и смотрите. Еще в шотс я выкладываю много интересных, простых, вкусных рецептов. Друзья, я всех вас жду на своем канале. Вы можете увидеть и про животных, и про участок, про растения, про посадки, про урожай и рецепты. Кому что нравится. С днем рождения, Dinas Life! Желаю своему каналу удачи и развития, и много-много подписчиков.